Добрый вечер. Главная новость автомобильная, по крайней мере, сегодняшнего дня, это лишение цвета музыки депутатов и остальных людей, которые привыкли на гаишное сопровождение. Она не несет особого оттенка радости, поскольку, конечно, какое бы то ни было лишение этих людей, какое бы то ни было привилегии, вызывает добрую улыбку, но в целом единственный результат того, что какая-то часть власти остается без прикрытия, без сопровождения, сводится к тому, что эти люди будут чуть-чуть ближе к народу. Теперь мы будем, может быть, на несколько секунд более трепетно их видеть, но во всем остальном ситуация не изменится. Губернаторы, полпреды и прочая челядь, лишенная, по крайней мере, отныне по постановлению правительства машин ГАИ, прикрывающие их и расталкивающие пробки, никуда не денутся и будут ездить на своих красивых черных машинах со своими персональными синими ведерками, подсвеченными изнутри. Поэтому, в принципе, не изменится ничего. Ведь функция ГАИ, она только в советское время сводилась к тому, чтобы предупредить людей об опасности. Это вот такое русское непатентованное восприятие английского закона 1865 года, который мы знаем как закон о красном флаге. На самом деле он называется закон о локомотивах, но суть его была в том, что в конкурентной борьбе с новым транспортным средством, когда эти самобеглые страшные повозки, Генри Форд про них говорил в свое время, что первые автомобили выглядели как телега, из-под которой убежала лошадь. Когда они стали потихонечку уже как-то транспортной единицей, одно дело ехала и все смеялись, а теперь она уже ехала и приносит пользу. Чтобы как-то конкуренции перебить, и в том числе незаконной конкуренции урезонить зарождающийся транспорт будущего, и был придуман сдерживающий закон, согласно которому трое должны были кататься на борту любого транспортного средства. Тогда это были паровики. Один, соответственно, шофер, второй истопник, третий вот тот самый с красной тряпкой, который бежит и предупреждает всех об опасности. Мы неплохо придумали, мы взяли эту идею, и машина ГАИ, которая раньше шла, например, впереди какого-то очень почетного эскорта, сопровождающего важное лицо, она несла именно функцию оповещения. Машина ГАИ с мигалками, со светомузыкой предупреждала всех об опасности. «Сдайся, враг, замри и ляг». По правилам дорожного движения и тогда, и сейчас мы должны были съехать на обочину, уступить дорогу. Но если тогда дороги были достаточно свободны и даже не всегда требовалось куда-то сильно падать на обочину, то сейчас вот эта функция предупреждения сведена к нулю, и машина ГАИ нужна была для того, чтобы нас всех растолкать и дать возможность проехать. Исключение вот этой привилегии однозначного присутствия ГАИ во главе колонны с вельможами, она в транспортном отношении мало что меняет, потому что они сквозь нас все равно проедут и пропихаются. Для этого как раз и есть мигалки. И мигалку, тем более по закону о охране, можно жаловать кому угодно. Путин, например, причислил к лику подлежащих охране патриарха и выдал ему мигалку. Хотя вот патриарх и министр внутренних дел, на мой субъективный взгляд, это два человека, которые не должны иметь ни мигалок, ни тем более охраны. То есть, если у министра внутренних дел есть охрана, это говорит о том, что он плохой министр, ему нужно в отставку сразу. Если у патриарха есть охрана и тем более мигалка, это говорит о том, что все-таки он погряз в мирском, потому что у него расчеты и взаиморасчеты, и уж тем более рецензии на его деятельность, она там. И чем быстрее он окажется пред ясные очи шефа, тем лучше. Поэтому все эти мирские приятности и неприятности, это же помимо него. Он выше того, выше мигалки, выше машины сопровождения. Причем вот эти машины сопровождения, они вот советского и советского периода были взяты. Но мы же помним, что машина ГАИ, идущая перед колонной, перед остальным строем сопровождаемых, и, с одной стороны, выполняла функцию предупреждения, с другой стороны, брала на себя первый удар, когда нужно было, когда КГБшники не поспевали. Но и на примере Машерова мы помним, что функция ГАИ иногда сводилась к тому, чтобы, наоборот, вовремя уклониться и дать возможность совершиться ДТП. Машеров, если кто-то забыл, это первый секретарь ЦК Компартии Белоруссии, человек, в свое время претендовавший на пост премьер-министра. Председатель Совета министров СССР, в то время так эта должность называлась. И когда оставалось две недели до пленума,
ЦК КПСС, где должны были решать судьбу этого кресла. Машеров к тому моменту чрезвычайно популярный в Белоруссии и очень любимый народом белорусским представитель, в том числе и в Москве, интересов маленького гордого белорусского народа, он погиб в ДТП, и у него была машина ГАИ сопровождения. Она шла первая, она как раз пропустила врага, а враг на газульке, на 53-м газоне, груженном картошкой, подкрался и так мастерски ударил, что товарищ Машеров погиб, несмотря на серьезную технику, ехал он в «Чайке». Грузовиком сокрушили правительственную машину, и ГАИ здесь не помогла. Ну, КГБ, естественно, развело руками. То есть вот этот вот эскорт из гаишника, он не особо был нужен, но это была, конечно, красивая привилегия, не столько функциональная, сколько морально поддерживающий статус. Ну, когда у тебя есть не только опричники, но есть еще и мигалочники со светомузыкой, это же здорово. Теперь немножко изменились правила игры. Все почему-то так сильно обрадовались на это, как будто действительно что-то изменилось. Изменилось чуть-чуть. Мы ведь не получим никакого облегчения. Мы ведь не получим в потоке транспортные средства черного цвета и с красотой на крыше, ездящие по правилам. Они задают тон у нас на дороге, и, собственно, вот все то хамство и тот правовой нигилизм, который мы имеем на сегодняшний день в нашем броуновском движении, не только в Москве, по всей стране, это послесловие к поведению власти. Мы же с кого-то берем пример. Кто-то же задает тон на дороге. В советское время тон на дороге задавали таксисты. Они были самыми развязанными ребятами, но при этом они не ездили по встречке, не ездили на красный свет и всегда пропускали спецслужбы. Спецслужбами тогда считались пожарная и скорая помощь. Ну и милиция заодно. Без уважения, но тем не менее пропускали. Менты вели себя довольно тихо. И хотя троечок они имели всегда, но вымогательство как такового у них в рядах было по минимуму. Это не значит, что они были честными ребятами. Но правовая ситуация на дороге была все-таки в определенных рамках. Потом, в перестройку, когда ГАИ возглавил генерал Федоров, ныне представляющий интересы Карелии в Совете Федерации, вот тогда и произошел окончательный развал ГАИ, и на дороге стало окончательно невыносимо. То есть ГАИ все-таки выполняла в советское время некую функцию, ну не то чтобы хозяина, по крайней мере, имитировала функцию хозяина. ГАИшника слушались. Его не уважали, но понимали необходимость его функции. Его социальная нагрузка была полезна обществу. При Федорове гаишник с дороги ушел, он перестал работать на дороге, он стал кормиться с дороги. И появилось огромное количество людей, которым стало все позволено. Причем они не всегда были при делах, при деньгах и при портфелях. Они были самопровозглашенными наглецами, с которыми, как выяснилось, ГАИ ничего поделать не может. Потом это понравилось всем, кому-то дали по рукам, но власть оформилась в качестве структуры, имеющей эту привилегию. Раньше ведь только секретарей ЦК и генерального секретаря ездили, катали на большой скорости, потому что с точки зрения КГБ это один из элементов безопасности. Ну, в быстро едущую машину тяжело прицелиться. Смешные люди, это смотря от кого, откуда целятся. Если сбоку, то да, а если во фронт, то нормально. В том числе по уходящей мишени, очень нормально. И тон на дороге у нас стали задавать люди при власти. Был очень показательный пример генерала КГБ по фамилии Бордюжа. Бордюжа сейчас сидит на вторых ролях, тихонечко руководит союзным государством России и Белоруссии, при том, что такого государства нет, но это не мешает ему быть причастным. Но когда Бордюжа на одну неделю получил власть в центральном аппарате, первое, что он сделал, это он быстро поставил на место двух гаишников, позволивших себе остановить самого Бордюжу. Тогда он стал из более-менее неприметного генерала КГБ большим начальником страны. Он тут же понял это буквально, что ему позволено все. По газам помчался, как хотел, его гаишники взяли и остановили. Гаишники после этого очень сильно и очень долго жалели, что подобное они себе позволили. Но ситуация-то не изменилась. Тон на дороге задает власть, поэтому власти на дороге очень важно было иметь не только ФСОшников в прикрытии, но и гаишника, который шел впереди с мигалочками, со светомузыкой, показывал, смотрите, кто едет. Вот теперь у многих эта привилегия убрана. Из этого не следует абсолютно ничего, ничего не изменится, потому что поведение власти, задающий тон в обществе и на дороге в частности, остается незыблемым. И пустячок, а приятно, просто
30 секунд злорадного удовольствия у определенной группы лиц на одну маленькую привилегию стало меньше. Кардинально не изменилось ничего. В этом самая большая проблема. Имитация каких бы то ни было событий, подменяющих собой реальные изменения, эта игра долгая, и она продолжается, будет продолжаться. Мы потихонечку все вовлечены в качестве статистов в происходящее вокруг нас. Печально вот что. Подается-то все как чуть ли не красивая реформа и возвращение в строй справедливости, каковым на самом деле не является. Поэтому, если мы хотим, чтобы на дороге появился хоть какой-то минимальный порядок, мы должны потихонечку не с мигалками бороться и не с гаишниками, толку от которых никакого, а не поддаваться на тот глобальный сценарий провокаций, которым пользуются черные машины, милицейские с мигалками, а также все остальные спецслужбы. И одной спецслужбы стало больше, теперь у нас госнаркоконтроль тоже с мигалками катается поперек нас. Перерыв на новости. Телефон в студии 65-10-99-6. Ну, код города мы с вами и так знаем, 495. У нас на линии Сергей. Здравствуйте, Сергей. Добрый вечер, Сергей. Не соглашусь с вами и позволю себе поспорить. Давайте. По поводу вашего высказывания, что ничего не изменилось. Вот конкретно для меня это очень положительное изменение. Объясню, почему. Я принципиально довольно длительное время не уступаю никому, кроме скорых, пожарных и милиции. Хотя не наклеил наклейку, видел он в городе, не уступаю никому, кроме на 10203, но веду себя именно так. И вот что изменилось, собственно. Если депутат едет в сопровождении ГАИ, тут, конечно, я все-таки уступаю, потому что попасть под лишение прав за непредоставление преимуществ ГАИ очень не хочется. Ежели он будет ехать один с мигалкой, все, что мне грозит, это 300 рублей штрафа. И я еще хотел бы посмотреть на того гаишника, который будет тратить свое время на оформление этого протокола. И плюс еще и на доказывание. Именно поэтому это для меня положительное изменение. И я, честно говоря, призываю народ не бояться и просто не уступать. Избранники народа должны ехать вместе с народом. Это мое личное мнение. Как вы к этому относитесь? Я вас полностью поддерживаю, Сергей. Действительно, для тех, кто вот подобной активной позиции придерживается, единственный плюс в этой ситуации то, что наши любимые избранники, за которых мы всей страной проголосовали, они теперь лишены легального прикрытия ГАИ и остаются один на один с рецензентами, то есть с нами. И я как-то раз ехал к Совету Федерации, и мне сзади прискакала такая добрая кавалькада. Правда, там все-таки впереди был гаишник, и он пытался в час пик в пробке объяснить мне, что я обязан кого-то пропустить. А у меня в тот момент была чужая машина, у нее на заднем стекле буковка «У» была. И я как чайник заметался. Гаишник справа пытался меня обойти, а я так перепугался его, что тоже ушел вправо. Он дернулся влево, и я тоже дернулся влево. И он на своем «Мерседесе» с 250 лошадиными силами, он оборался в мегафон, пытаясь меня как-то нейтрализовать на дороге. Так ему не удалось. И в Совет Федерации в тот момент вот этот очень важный федерал явно не успел. Да, я в этом отношении полностью с вами. Именно это. Но в данном случае у вас все-таки был шанс попасть под лишение, если бы это вдруг гаишник перенервничал, да еще у него сейчас видеорегистратор в машине, они вполне могли вам немножечко накрутить непредоставление преимущества машине ГАИ. Замучились бы. Замучились бы они. То совершенно спокойно продолжайте свое движение, и пускай он сзади там отмигается. Да, да. Но, знаете как, доказать мне, что я был неправ, у них бы все равно не получилось, потому что предоставлять преимущество я должен не в абсолюте, а исходя из возможного. В правилах есть специальная такая помарка, что я должен не застрелиться сразу и выброситься на обочину, а сделать это безопасно для всех остальных участников движения. А с депутатом, да. Когда депутат на черной машине едет со своими пирогами и кряколками, а также как бандиты с кряколками и с теми же самыми светомузыкальными приспособлениями, ну, у них возникает масса трудностей по объезду меня, даже если я еду на Матисе. Меня почему-то в этот момент начинает бить нервная дрожь, и я как-то нервно веду машину от правого края обочины к левой. Ничего с собой не могу поделать. Да, и еще помогает включить аварийку спокойненько, что, мол, я с удовольствием бы уступил, но вот не могу никак.
Да. И под конец, если позволите, немножечко похвалюсь автомобилем. Давайте. У меня достаточно редкий автомобиль, я его долго ждал в свое время. Это BMW 5 серии, универсал, да еще и с дизельным мотором. Ну, туринги, да, у нас редкие звери. Да, я очень большой поклонник турингов и долго ждал эту машину. И вот уже 4-й год на ней, честно говоря, доволен чрезвычайно. Единственное, что мне не хватает, это полного привода. Ну, на заднем приводе тоже есть свои прелести. Да, прелести есть, но вот эта зима показала, что полный привод все-таки даже по Москве, наверное, имеет место быть. Да, эта зима показала, что снег у нас чистить не будут никогда. Хотя будут изредка кого-то наказывать. Но мы-то с вами взрослые люди, мы же знаем, что чистые улицы — это аномалия. Это просто пару раз так совпало. Более логично, когда в Москве снег не чистят, а во двор въехать нельзя было при любом. Что при Собянине, что при Лужкове, что при Гришине. Если вы помните такого первого секретаря. Лучше не начинайте, потому что это подскок давления, это нервы. Нам надо их беречь. Да, да, Сергей, спасибо вам. Будем беречь наши нервы. Вы правы, когда теперь без прикрытия ГАИ эти люди попытаются куда-то доехать, у них будет чуть больше трудностей. Илья, это вы, здравствуйте. Здравствуйте, Сергей. Хотел бы поблагодарить вас за прекрасную передачу. Спасибо вам, добрый Илья. Очень рад, что снова вещаете. А вы, Илья, вы рады тому, что наконец ГАИ займется хоть каким-то делом, а не будет сопровождать черные машины? Черные машины. Но они еще умеют в кустах прятаться прекрасно. Конечно, а почему же? Но все-таки человек, который пришел в ГАИ, он пришел не потому, что вам нужно помочь, а потому что ему нужно заработать. Это да. Тем более у обывателя же ощущение какое возникло, что теперь тех дармоедов, которые занимались сопровождением, их поставят на дорогу. Ничего подобного. Они всегда были из спецбатальонов, у которых и в принципе не было такой задачи, как что бы ты ни было делать, кроме как сопровождать. Но это уже нюансы обустройства МВД. Так а что у вас, Илья, с автомобилями? Мне нравится ваш подход, ваш взгляд на эту тему, он интересный. Спасибо. Вот, по поводу автомобилей, вот стал выбор, автомобиль нужен бэушный. Мы выбираем между L200 и Наварой. Ну, понятно, что бэу рынок, знаю ваше отношение к бэушному рынку. Подозрительное. Да, 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 и в принципе поддерживаю его, вот, но ситуации разные бывают, вот. Ну, посмотрел, примерно цены одинаковые на рынке. Годов там 2008, где-то так. Илья, сколько человек у вас будет ездить в машине всегда? Ой, будет обычно 2 человека ездит, но дело в том, что на дачу беру строительство сейчас, вот под эту задачу. Ну, под эту задачу даже китаец подойдет, любой Great Wall какой-нибудь, знаете, Дир 5 такой, ржавый в мелкую дырку, но пока еще трепыхающийся. В конце концов, выбросьте его потом вместе с последним мешком цемента. Что-то... Считаю, что пока не готов на макетах автомобиля ездить. Правильно, Нужен автомобиль все-таки. И ваш выбор между чем и чем? L200 Mitsubishi или Navara Mitsubishi. Ой, Nissan Navara, да. L200 вообще логичнее, особенно если вы берете его в том состоянии суперселекта, у которого есть задняя блокировка и возможность постоянно ехать на полном приводе. Машина Navara, он хорош, особенно когда вы едете по абсолютному бездорожью, только недалеко и недолго. Тогда вы ему подключили перед и погнали. А так получается, что вы 9 месяцев в году едете с разгруженным задним приводом, а машина-то у вас заднеприводная, и от вас это требует очень специфических навыков. L200 вы ему один раз перевели в положение 4L, и все, и забыли об этом. И катаетесь до тех пор, пока машина не сгниет. На самом деле полный привод не столь важен, важны как бы грузовые качества. Грузовые возможности у них сближены, у них разная, конечно, по размеру платформа, но при всем при том, когда вы идете порожняком, и у вас зад на каждой кочке прыгает, если у вас перед при этом еще пассивен, ну, я бы не сказал, что это не так уж не важно. Это играет определенную роль. Когда конструктор предусмотрел для вас возможность держаться за земную твердь всеми четырьмя, лучше взять машину, которая это позволяет. Навара, он неплох, он брутален, у него длинная платформа, то есть вы в него впихнете больше, чем в L200. Но L200 правильнее. По эксплуатации он правильнее. У него кабина меньше, чем у Навары, то есть двоим сидящим сзади будет чуть сложнее, но все его тяготы и невзгоды и недостатки искупает суперселект с возможностью ехать постоянно в режиме 4 на 4.
Что вы скажете, такой взгляд на дизель, да? Как бы у меня дизель, представление только о Кайроне. Наш Кайрон, да, дизель, но это ужас, как бы. То есть я намучился, кошмар. И здесь вы намучаетесь, потому что сам по конструкции, что у Ниссана, что у Митсубиси мотор весьма неплох, но вы же пользуетесь уже вторыми руками. Да. Кто же его знает? А рано или поздно вы все равно отравитесь на какой-нибудь паленой солярке, на какой-нибудь дальней заправке. От этого никто не застрахован, к сожалению. Я понимаю вас, понимаю. Спасибо. Ну, спасибо вам. Но L200, он все-таки, ну, он больше молодец. Здравствуйте, Дмитрий. Здравствуйте, Сергей. Вопрос такой. Сегодня новостью прочитал, что Российская ассоциация страховщиков пишет письмо во все инстанции, что крупные страховщики уйдут с рынка, если не поднимут тарифы. Как вы думаете, какое развитие событий будет? Поднимут тарифы. Ведь вы заметили, что страховые компании — это структуры, которые играют против нас. Они допущены к нашему карману и под прикрытием государства позволяют себе делать все, что считают нужным. Помощи от них по минимуму, проблем убытков от них по максимуму. И, в принципе, ОСАГО — это же оброк. Он имеет совершенно четкую налоговую подоплеку. Мы с него ничего не получаем, но мы, тем не менее, обязаны его выплачивать. И когда страховые компании берутся за наш кошелек, они, естественно, ходят наверх, занимаются вот этот творческий момент, это высокохудожественные стоны. У нас есть четыре категории обделенных людей. Это бюджетники, учителя и врачи. И несчастный коммерсант. У нас нефтяники нищие и страховщики вот-вот помрут. Поэтому они регулярно ходят и говорят, ну, нужно поднять. Ну, как же, если мы не поднимем? Берутся как тарифы всегда с потолка, и каждый раз они удовлетворяются. Вот нефтяники всегда ходят наверх и просят не вводить в нашей стране евро-4, а страховщики ходят и говорят, давайте поднимем тарифы, давайте поднимем, если не базу, то хотя бы коэффициенты. Им это позволяется. Для государства в чем выгода? Страховые компании в основном работают в белую. С них больше налогов. У нас, как вы знаете, 105 миллионов человек из 121 миллиона живущих легально в нашей стране налоги не платят. То есть получается, что никто не платит. А страховые платят. Поэтому чем больше они с нас соберут, тем больше грошей придет в казну. Вот и все. Поэтому сколько раз они будут просить нас ограбить, столько раз нас будут грабить. И второе по поводу мигалок. То, что машины сопровождения как были, они, в принципе, так и останутся. Просто пассажир с машиной с мигалкой пересядет в машину сопровождения. По-разному, но у них есть лазейка. Они могут вместо машины ГАИ взять в качестве сопровождения любой другой спецтранспорт с синей полоской, например, в неведомственную охрану и получить все то же самое. Но в борьбе против нас у них все-таки изредка будут проколы, потому что рано или поздно хотя бы одному, хотя бы каждому тысячному придется выезжать один на один. Просто на своей черной машине, просто с синим ведерком. По крайней мере. Да, а вот дальше мы уже их вежливо встретим и вежливо укажем место в потоке. Дальше они полезут навстречу. Спасибо, Сергей. Спасибо вам. Перерыв на новости. Потом вернемся, поговорим о машинках. На форум прилетел упрек по поводу того, что я не обращаю пару дней уже внимания на него, и вопрос по поводу нового Outlander 2.4, асфальт, легкое бездорожье. Асфальт, да, легкое бездорожье, ну, смотря насколько оно легкое, но вообще-то я беру Outlander на тест где-то, наверное, через пару недель, и более подробно вам расскажу о его возможностях. В принципе, потенциал у этой машины есть, но, как всегда, не без нюансов. Особенно мне нравится у него, сколько можно в багажник накидать. Очень интересный был выбор у Александра из Великого Новгорода. Он выбирал из, значит, Ford кривая латинская S-Max, Volkswagen Touran, Opel Zafira. Взял Opel Zafira 2011 года, 1.8 на роботе. И по поводу правильности его выбора. Конечно, с одной стороны, уже поздно так или иначе выбор сделан. Я очень не доверяю роботу, особенно вот той генерации, которой у вас, Александр, но сам по себе аппарат под названием «Зафира» с мотором 1.8 — это очень неплохой вариант. У нас на связи Виктор. Здравствуйте, Виктор. Добрый вечер, Сергей Степанович. Рад слышать вас в эфире. Я вам тоже рад. Очень приятно, что у вас есть возможность продолжать такую благородную деятельность. Спасибо. Ваши передачи — это, ну, будем так говорить, мне как врачу, который далек от техники, это как бы технический ликбез. Вот. Немножко кислорода в уставшую плоть. Да.
Сергей Степанович, просьба следующего характера. Я врач, работаю в бюджетной сфере, то есть средствами, ну, вы понимаете, да, не обделен в какой-то степени. Конечно. Мне уже 50, но 2 года езжу, у друга купил машину, потому что семейные обстоятельства. Я, жена и подрастающая дочь, подросток, уже нужно куда-то в театр, музей. Абсолютно правильно. Правильно. Ну, спортом. Все-таки хочется готовить, чтобы наши дети были здоровыми и жили не хуже нас. Вот, в здоровом обществе и в здоровом климате. Поэтому жизнь подсказала, что нужен автомобиль. У друга купил... Я думал, что жизнь подсказала, что нужно ехать в эмиграцию, поскольку вы заговорили о здоровом обществе и здоровом климате. Ну, вообще-то, да. Но, к сожалению, вот те события, которые были в Голландии, когда... как мне кажется, человеку умному, инженеру, да, ракетчику не дали вид на жительство, так сказать, да, в Голландии, говорит о том, что нас там особо и не ждут. Нас действительно нигде не ждут, и если мы не займемся сами своей страной, то это будет самым большим поражением нашим, потому что кроме нас эту страну исправить некому, поэтому бежать это тоже не выход. Хотя забота о детях, она безгранична. Сергей Степанович, вот два года езжу на автомобиле, это мой первый автомобиль, то есть около 50 лет я его купил, поскольку опыта вождения никакого, взял у друга Saab 9.5 2004 года выпуска, 2.3, 185 лошадей, автомат, потому что опыта вождения, так сказать, на ручке нет совсем. Шикарный вот. У вас, однако, дебют. Да, ну, машина меня всем устраивает, прекрасные, так сказать, технические характеристики. Единственный недостаток по нашему ближайшему Подмосковью, где дороги желают лучшего, и у меня низкий клиренс, конечно, каждую ямку я собираю и с ужасом проезжаю, так сказать, по нашим дорогам. Вот. Ну... Хотел бы вас спросить. Это не срочно, но может, с учетом действительно предыдущих звонивших, даже в Москве проехать сложно. Может быть, мне стоит со временем пересаживаться на что-то повыше, то есть какой-нибудь вот кроссовер где-то из бюджета, если рассматривать в пределах миллиона. Это поездки, ну, по городу, да, ближайшему Подмосковью или к родственникам Подмосковья. Если вы собираетесь ездить по городу, а учитывая, что Собянин у нас борется с москвичами, ну, по старому анекдоту, кого больше всего ненавидят москвичи, коренных москвичей. Поскольку Собянин борется с коренными москвичами, то в ближайшее время большая машина будет большим неудобством, большой проблемой. И, к счастью, на ваше счастье, на мое счастье, сейчас генерация маленьких городских кроссоверов все шире и интересней. Приходит много игроков, но если вы будете смотреть в сторону кроссовера, с одной стороны, у вас шикарный совершенно сейчас аппарат, Saab 9.5, это большая серьезная баржа, на которой очень здорово, комфортабельно, он огромный. Через какое-то время припарковать его будет совсем тяжело. Поэтому потихоньку смотрите на класс маленьких кроссоверов. Вот сейчас к нам придет Opel Mokka, и будет его брат-близнец Chevrolet Tracker. Посмотрите на Suzuki и смотрите в сторону кроссоверов вот каких-нибудь Тигуанов и Йети. Они очень удобные. А вот Йети вы рекламировали, ну не рекламировали, да, а я слышал, что вы хорошо о них отзывались. Хороший аппарат. Он вот из этих трех братьев, Audi Q3, Tiguan и Skoda, он по цене самый такой, ну нельзя сказать, что гуманный, но по крайней мере имитирует добрую улыбку. По характеристикам по своим он замечательный, он очень здорово отлажен по подвеске, он позволяет скакать по буеракам. Это не значит, что на нем можно ездить по танкодрому, хотя Москва со временем в танкодром точно превратится. Но Yeti, он верткий, по размеру он оптимальный, то есть у него не огромный багажник, но нельзя сказать, что он совсем маленький. Его удобно парковать, на нем можно впрыгнуть на бордюр, на нем можно ехать по легкому бездорожью. Очень универсальная машина. Тем более сейчас там работают над ДСГ, ее доведут до ума, и к тому моменту, когда вы будете эту машину уже всерьез рассматривать в качестве покупки, проблем по сочетанию полного привода и вот этого робота ДСГ, скорее всего, не останется.
Поэтому вот поглядывайте за ними, ну, года 2-3 совершенно точно ваш замечательный СААП еще пробегает. Он... Да-да-да, тем более 85 тысяч всего пробег. Ну, 85 тысяч, это просто вы машину в пору зрелости ввели своими руками, и на ней ездите-ездите, это же замечательно. Тем более, СААП, фирма погибла только потому, что она шведская. Если бы... GM дотянул эту игру до конца и ее максимально американизировал, то, конечно, в Трольхетте не по сию пору выпускали бы Саабы. Но кризис не позволил американцам, и все, умерло. Конструкция замечательная, автомобиль нераспробованный, торговать им никто всерьез не пытался, было несколько мелких игроков, которые просто не дотянули, опять-таки, по финансам. Сам по себе автомобиль не заслужил того фатального исхода, и попадание на паперть, а потом и на кладбище, которые случились с ним в биографии. Очень жалко. Антон, здравствуйте. Добрый вечер, Сергей. Хотелось бы узнать из бэушных Touareg либо X5. Ну, X5 будет в угоне, а Touareg, скорее всего, может быть просто со скрученным спидометром. X5 прям в угоне по-любому. А на вторичном рынке не бывает Мерседесов и BMW с честной биографией. Говорят, что один раз где-то в книге рекордов Гиннесса публиковали фотографию единственного в России BMW с честной биографией. Ну, я просто то издание, к сожалению, не успел подержать в руках. А полковник Нагайцев, в то время, когда он был начальником экспертно-криминалистического управления МВД, он сказал, что не бывает на вторичном рынке Мерседесов и BMW с честной биографией. Тем более, вот представьте себе, X5. Если эта машина хорошая, на него распространяется правило «Жигулей». Хороший «Жигуль» кому отдается? Друзьям. А плохой «Жигуль» сбывается на рынке. А тут, Антон, вы приходите на рынок, а там стоит хороший X5. А так бывает? Ну да, понятно. А насчет Турега, по коробке у него там, я вот слышал, бывает проблема. Ну, не только по коробке. У любой подержанной машины бывают проблемы какие угодно. Знаете, у бабушки после того, как она упала с забора, у нее и шейка бедра проблемы. Но пока она была молоденькая и плясала в балете, она была очаровательна. То есть смысла нет брать ни Touareg, ни X5. В Touareg'е смысла больше, потому что Touareg сам по себе автомобиль менее криминальный. Может быть, он не обязательно убитый предыдущим хозяином, и вполне может так статься, что рано или поздно вы найдете какой-нибудь даже с вполне правдивой биографией. А аппарат хорош тем, что с одной стороны это легковушка, с другой стороны это внедорожник. Он много чего позволяет. Именно внедорожные качества интересуют меня. Да, именно внедорожные качества интересуют. У меня дороги до дачи, там 5 километров танкодрома, надо их как-то преодолевать. Да, вот у второй генерации Touareg'а, он, правда, еще пока свеженький, по секонд-хенду практически не встречается, но у него вот этот внедорожный потенциал с блокировками, с понижайкой очень даже хорошо реализован. И на этом аппарате можно всерьез уже вторгаться туда, где обычно лазят более серьезные равные аппараты. Так, чтобы позлить, поёрничать, он позволяет. А альтернатива Touareg'у какая-нибудь еще, кроме X5? Новый Touareg. Новый Touareg, к сожалению, по финансам пока не вариант. Да, да, это, ну, знаете, это не машина дорого стоит, это мы с вами, к сожалению, мало получаем. Touareg машина универсальная. Дальше вы либо уходите в категорию внедорожников уже серьезных, либо остаетесь в поиске кроссовера. Ну, а какой кроссовер? Touareg большой, соответственно, вся семья и все пожитки. Либо вы уходите к маленькому, например, к Тигуану, 1,5 миллиона, ну, да, конечно, там поменьше, поскромнее, хотя тоже неплохо. Либо, опять-таки, Yeti, либо легковушка на полном приводе, но у нее тут дорожный просвет, а тут тебе уже здрасте. Бампер оторвали, блокировок нет, сели. Ну, да. Я думаю, тогда, наверное, и Yeti все-таки, потому что Tiguan, скорее всего, будет по сервисам кататься после танкодрома сразу. Поскольку они практически идентичны, особенно если снизу на них глянуть, у них там платформа-то общая, никуда не денешься, то на танкодроме погибнут все, безотносительно того, что это было при жизни. Ну, Yeti вроде как подешевле в обслуживании. В этом смысле да, но это не значит, что даром. Дешевле, но не даром, к сожалению. Хотя вот на Yeti, ну, в Забайкалье мы на нем очень много себе позволяли по серьезному бездорожью. Алексей. Добрый вечер. Здрасте, Алексей. Поддерживаю марку имени. Правильно. Ваша автомобильная.
Да, я знаю. Значит, я... Маленькая ремарочка, оговорка, когда обсуждали Навару и L200, если включить селектор в положении 4L, ну, в общем, далеко не уедешь, все-таки, наверное, 4H. Да, 4H, ну, да, общем, да. Это ладно. А я по поводу езды по дорогам общего пользования, бездорожья не рассматриваю, на внедорожниках с жестко подключением передним приводом. Это же немерено. Это от Патриота, 70-ки, патрули, джимники, ну и, да-да-да, и не только. Куча техники, да. Так ведь на самом деле, если действительно скользкая дорога, так это автомобиль гораздо более прогнозируемый, нежели те современные, у которых ты даже не знаешь, что у тебя включено. То ли ты едешь на заднем, то ли на переднем, и баланс распределения нагрузки по осям, в общем-то, тебе неведом. Это он сам решает. Но это же гораздо более безопасно, но только в случае скользкой дороги. Но опять-таки в случае вашего устойчивого навыка, потому что вы едете на машине с высоким центром тяжести, особенно представьте себе джимника на заднем приводе, он узкий, высокий, совершенно неустойчивый, он короткий, вы едете на полном приводе, на заднем приводе, и вы должны очень хорошо уметь с этим управляться. Иначе... Перебил, я сейчас в нем сижу. Замечательно, у вас именно что внедорожник, но вы приобрели колоссальный опыт управления этим автомобилем. Два года за рулем все-таки не шутки. Да, а на вторичном рынке сколько из-под женщин эти машины с нарушенной геометрией кузова? Она думала, что это детская игрушка. А эта штука очень серьезная, на ней как на настоящем внедорожнике. Тем более у вас мосты не разрезаны. Лежа, у меня на нем 3 года отъездила жена, и я, в общем, силы его себе отбил. У вас очень правильная джиперская жена, она умеет серьезной техникой хорошо управляться. Да, и не только, он еще и на ручной коробке, естественно. Замечательно. Но вы правы в том отношении, что однозначность поведения автомобиля, тем более когда без иллюзий, вы знаете, еду на заднем приводе, поэтому я знаю, как управляться с задним приводом. С электроникой сложнее. Перерыв на новости. Новости разорвали наш диалог с Алексеем. Послесловие, когда едешь на машине... напичканный электричеством, входишь в поворот на переднеприводный, в середине этого маневра электроника вам подключает задний привод, поскольку, например, как это делается у большинства кроссоверов, тут, конечно, получаешь неоднозначность управления. И Алексей абсолютно прав, когда по скользкому ты четко едешь на прогнозируемом автомобиле, зная, что он заднеприводный, тем более, если умеешь в управляемом заносе проходить всякие неприятности, тогда, ну, действительно, монопривод — это выигрыш. Но он требует навыка. Навык приобретают некоторые очень болезненным образом. Вот у Алексея, видите, жена, например, приобрела его тоже очень правильно, без проблем, без аварий. Владимир, здравствуйте. День добрый, Сергей. Было бы очень здорово, если могли прокомментировать такой редкий автомобиль, мне кажется, на дороге начал появляться в России. Это «Шевроле Орландо», маленький микроавтобус. Ну, он не такой уж и редкий, его все-таки уже 1.5 года продают. Он неплохой аппарат. Ну, недавно. Машина. Недавно. У него была хорошая цена на входе, она так всех изумила, и машина обратила на себя внимание, а потом начались стандартные болезни роста. Корейцев вынудили очень серьезно сэкономить под крест животворящий «Шевроле». Корейцы, кстати, не такие уж и скопидомистые, скряжистые ребята, которые экономят на всем. Но «Орландыч», к сожалению, ему удешевили там, удешевили здесь. И вроде бы мотор у него замечательный, тот самый 1.8, 140 лошадиных сил. Даже не сильно задушенный экологическими стандартами. Но вот эти вот проблемы с дешевенькой пластмассой и там всякими нюансами, когда у него... бывает там раз в месяц, например, накрывается замок 5-й двери электрический, потому что он все время в грязи. Его меняют спокойно по гарантии, но все равно же неприятно. А у вас какой пробег на Орландо? Или вы еще даже не купили? Нет, у меня на самом деле Mazda Primus, леворук, ну, нормальный руль. Я рассматриваю возможности замены до 1 000 000, что я могу поменять из новых автомобилей. То есть вот, ну, по вашим передачам рекомендации есть, конечно. Спасибо большое. Ну вот я смотрю тоже, и это автомобиль просто никто никогда ничего не говорил. Мне Орландо понравился тем, что у него большое колесо, он не является внедорожником, но даже с каким-то серьезным бордюром машина в состоянии справиться. Чисто гипотетически она семиместная, и сзади у нее 2 скамеечки, позволяющие взрослому человеку сесть. Но
вот когда начали всерьез экономить, даже замки настолько хлипкие, что у меня, например, на тестовой машине замок второго ряда поломался, как моя личная жизнь, и все. И машина стала сразу резко пятиместной. А в багажник не проникнуть, потому что лавка не открывается, а сзади еще сломался электрический замок. И когда я с дилером по этому поводу общался, он сказал, да нет, ну это 5 минут, это мы сейчас все сделаем, не проблема. Я говорю, а часто с этим приезжают? Говорит, ну, замками регулярно. То есть вот этот электрический замок в грязи, он регулярно. Но это болезнь, которая сопровождает первый год выпуска любого автомобиля. Что у Chevrolet Orlando, что у Bentley Continental, проблемы первого года есть всегда. И любой человек становится водителем и испытателем за свой счет. Вот сейчас потихонечку Орландо подберут все эти проблемы, утрут ему носик, он перестанет уже хлюпать носиком и капать сопельками, и все, и будет нормальный аппарат. Тем более дизель там еще планируется так потихонечку. Вы предлагаете подождать второй выпуск, да? Либо рестайлинг, либо перед рестайлингом. Вообще рестайлинг — это оздоровительная процедура. Рестайлинг все воспринимают как-то с легкой иронией из серии «Вот нечего было им делать, они решили освежить машину, поменяли фары, а теперь сразу понятно, кто на старом, кто на новом». На самом деле это работа над ошибками, это подведение итогов. У любой машины, у нее в течение первого года там, от 15 до 25% комплектующих меняется. Потому что запустили в серию с одними подшипниками, потом поняли, что не надо, надо другие. Запустили, поставили на производство, на конвейер там, с сальниками вот такими, а потом решили, что пора другие. Но вот эта работа над ошибками, она заканчивается, как правило, рестайлингом. Когда сказали, а ладно, давайте фары заодно поменяем. Это уже просто для красоты. Все, вот после этого машину можно брать. Понятненько. Спасибо большое. Ну, Орландыч, он вообще-то молодец. А самое главное, он здорово задуман. Осталось его хорошо исполнить. Александр. Да, здравствуйте. Здрасте. Я к вам дозвонился. Вот я стал счастливым обладателем Astra J новой, который вот 1.4 с турбиной на автомате. Ну и как? Вот, все-таки хорошее нравится очень, да. Вот. А. Но вопрос у меня единственный. Какой ресурс у такого двигателя? Ну, 1500. У вас, Александр, у вас в детстве были «Жигули»? Нет, это моя первая машина. Тогда откуда так? Такое ревнивое отношение к неверной жене. Вы подозревать начинаете машину в чем? В супружеской измене и движении налево? Нет, я как бы просто смысл в том, что, можно так сказать, у меня какое-то мнение, что раз объем двигателя, значит, меньше, мощность у него, собственно, 140 лошадиных сил с турбины, да, ему приходится крутить больше оборотов для того, чтобы разогнать. Как бы такую мощность, да, и вот отсюда вывод у меня, какой ресурс будет, меньше или больше по сравнению, там, к примеру, с двигателями, там, 1.6, 1.8. А с двигателем V8 или V12? Например, очень хороший есть двигатель V2, он называется, V-образный 12-цилиндровый, дизельный. Его ставили в свое время на танк Т-34. У него, знаете, при хорошем обращении даже был неплохой ресурс. Не подозревайте. Конечно, машина работает в серьезном диапазоне напряжения. По оборотам, обратите внимание, по оборотам у вас ничего страшного не происходит. У вас машина в звон не выкручивается. У вас там нету 6,5-7 тысяч. Рабочий диапазон у этого двигателя мало отличается от простого атмосферника. У атмосферника, конечно, он может сам многие вопросы решать, а у вас есть турбина, потому что ваш захлебнется. Экология его, к сожалению, вынудила стать турбированным. Но вот эти 1.4 некрасивые цифры. Это всего лишь цифры. Сущность у него нормальная, и нет на сегодняшний день в приличных странах двигателей, которые ходят меньше, чем 250 тысяч. Просто они не создаются, их неоткуда создать. И конструкторская мысль как раз бьется над тем, чтобы этот двигатель выхаживал 250 тысяч. Правда, им-то желательно, чтобы еще и коробка выхаживала столько, и кузов, чтобы машина получилась умирающей в один день. Вы утром выходите, и, Александр, и понимаете, что ваши подозрения оправдались. Сегодня грянуло 250 тысяч, лежит кучка пепла и номерные знаки сверху. Номера выкинули, пошли, купили следующую. Это называется равноизносный автомобиль. Пока его нет, но двигатель, вот 250 тысяч, без проблем. Ну, на самом деле, где-нибудь 450 при хорошем обращении. Хорошо, спасибо большое. Александр, у вас классный автомобиль, и, кстати, вы не пугайтесь, но в задней подвеске у вас параллелограмм УАТА. Обалденная штука. Дмитрий. Алло.
Алло, Дмитрий. О, алло, алло. Да, вы уже в эфире. Здрасте. Да, да, здравствуйте. Тут я хотел немножко разбавить. Давайте. Хотел бы ваше мнение услышать по поводу сдачи в ГАИ. То есть, соответственно, я эту процедуру прошел уже довольно-таки давно. И тут недавно у меня, соответственно, супруга проходила данную процедуру. Я очень удивился, когда увидел анкету, которую заполняют сотрудник ГИБДД, непосредственно который сидит рядом, ну, то есть, и что он там пишет, кроме группы крови? Понимаете, в чем дело? То есть удивительно очень, что мы там с товарищем вместе насчитали, то есть там проходной балл, по-моему, 4 балла, то есть там больше 4 баллов это уже не проходит. Здесь как минимум порядка 8, соответственно, пунктов, которые могут быть отмечены сотрудником ГИБДД, ну, по каким-то личным, соответственно, данным, там, ну, соответственно, по личному мнению. Но, то есть, Дмитрий, что... это не анкета, это таблица упражнений, выполнена, ну, не выполнена. Вроде, да. И он смотрит, пытаясь создать иллюзию полной объективности за тем, как данный соискатель выполнил остановку, выезд из прилегающей территории, разворот, торможение, и он ставит там пометки, которые со временем складываются либо в баллы, либо в штрафные очки, после чего человек идет на второй круг. Да, это есть. Кстати, там еще должен висеть видеорегистратор, а под милиционером, если присмотреться, там большой армейский памперс на 12 часов работы, потому что ему очень страшно. Они в последнее время перепуганные всерьез. Они так боятся, что кто-нибудь обвинит их в вымогательстве взятки, что пытаются быть непредвзятыми. И для того, чтобы эту взятку ему сунуть, нужно очень долго стараться, плясать. И если ваше выражение лица ему не понравилось, то он берет свежий памперс, а взятку не берет. Понятно. Но вот в том числе, там, в принципе, интересуют, там, например, два пункта, которые по факту там противоречат. Да? Например, там, первый момент. Скорость движения не обусловлена, то есть там очень низкая. Второй момент наоборот, скорость движения слишком высокая, и то есть экзаменуемый не выбрал нужный, то есть, соответственно, не выбрал нужную скорость движения в соответствии с дорожными условиями, да? Соответственно, моя супруга там ехал по каким-то ухабам, там в области, в дальней, там по льду, ехал со скоростью там на второй, на первой передаче. Не сдала в итоге, Дмитрий? Нет, она не сдала первый раз, но второй, там, благодаря там неким усилиям, там она сдала, да. Но, соответственно, в первый раз, соответственно, да, там вопрос был, а как я должна была ехать? Говорит, я жалела машину, да, соответственно. А институт ГИБДД говорит, а что ее жалеть? И я понимаю о том, что если бы она ехала слишком быстро, то баллы поставили бы за то, что она слишком быстро ехала, без, ну, то есть не учитывая дорожные условия. А еще вот, у него видеорегистратор ведь был, и можно было потребовать. Видеорегистратор-то был, да, но тут как бы это все понятно, да. Но вы решили эту проблему тем способом, которым ожидалось? Ну, я, честно говоря, при сдаче супруги первый раз, я надеялся, ну, потому что она ездила на моей машине, там, ну, как-то там по проселочным дорогам, там, ну, где-то там. Ну, умела, короче говоря, имела представление о том, как это делается, а с точки зрения милиционера нет. То есть милиционер создал такую ситуацию, чтобы вынудить ее пойти на переговоры. Я правильно понимаю? Да, при том, что, ну, переговоры там непонятно, при том, что это вот это движение по этой вот дороге, на которой была огромная наледь, соответственно, это было отклонение от маршрута следования, по которому она не ездила во время обучения. То есть тут еще вот такой момент. Да, конечно, а как же иначе? Там маршрутов гораздо больше. Но это же был, тем не менее, некоррумпированный полицейский, прошедший переаттестацию. А представляете, был бы коррумпированный, было бы еще сложнее сдавать экзамен. Ну, эта ситуация не изменится, тем более, что ведь и автошкола готовила сдавать экзамен, а не управлять машиной. Водить машину-то вы, небось, учили, а не инструктор. А инструктор просто натаскивал на сдачу экзамена. К сожалению. Это порочность нашей системы подготовки кадров. Завтра к вам вернусь. До свидания.